Отзвучали позывные конкурсы, и мир узнал имя нового победителя, 19-летнего советского пианиста Станислава Бунина. Ноктюрном фа-диез-мажор Станислав Бунин начал и завершил свои выступления на 11-м международном конкурсе пианистов имени Фредерика Шопена. А 1 октября в Национальной филармонии состоялось торжественное открытие, говорит генеральный директор общества имени Фредерика Шопена Богумил Палаш. Есть неповторимое явление в национальной культуре, которое народ вписывает в сокровищницу самых высочайших ценностей человечества. Таким феноменом явился Шопен, непревзойденный и наиболее оригинальный музыкальный творец в истории Польши. Шопен в совершенной художественной форме выразил национально-народное содержание, поднимая его на вершины, которое немногим дано было достигнуть в истории нашей цивилизации.
Имя Шопена до сих пор окружено почитанием в самых отдаленных странах мира. Музыкальный памятник, который Шопен воздвиг своим искусством в Польше, обязывает к особой заботе о нем, не только для сохранности его композиторского и эпистолярного наследия, но и при умножении этого наследия, его творческого развития, постоянно новой интерпретации и художественного понимания тех музыкальных посланий, которые оставил нам Шопен, что и побудило нас к организации международных пианистических конкурсов его имени. История шопеновских конкурсов насчитывает уже почти 60 лет. Каждые 5 лет в столицу Польской Народной Республики съезжаются молодые пианисты со всего мира. Это один из представительных и трудных конкурсов. Он включает в себя 4 тура. Первый тур можно условно назвать отборочно-информационным. Здесь пианисты исполняют один из ноктюрнов, 2 этюда и 1 из 4 скерца, то есть программу, дающую возможность жюри выяснить владение звуком, техникой и умение осмысливать крупную форму. Программа 2-го тура включает балладу, цикл прелюдий, вальс и полонез. Это трудный этап, который определяет ведущую конкурсную группу и дает возможность пианисту наиболее ярко проявить свою творческую индивидуальность. На 3-м этапе звучат сонаты и мазурки, а на 4-м – один из 2 фортепианных концертов. Первый международный конкурс имени Шопена состоялся в 1927 году и собрал всего 26 участников из 8 стран. В нынешнем конкурсе участвовало 124 человека из 35 стран. Как обычно, очередность прослушиваний определялась жеребьевкой. Номер 1 выпал японской пианистке Марии Эбихара, студентке профессора Лидии Кожубек. Ты знаешь о том, что по жребию тебе первой играть? Это было для меня неожиданно. Немножко боишься? Боюсь. Это было первое конкурсное выступление.
А вот выступление, которое стало главным событием первого тура. Волнующие минуты ожидания. Кому-то повезло. Кто-то продолжает свое выступление на конкурсе, а кто-то уже расстается с доброжелательным залом Народной филармонии. Пани, панове, добрый вечер. Мадам, месье, бонсуар, ladies and gentlemen, good evening. Все это решает строгое компетентное жюри. В этом году в состав жюри вошли председатель жюри, лауреат третьего шопеновского конкурса, профессор Ян Экер, самый молодой член жюри, Петр Полечный, он лауреат восьмого международного конкурса, ученик профессора Экера. Победитель четвертого конкурса Галина Черная-Стефанецка. Лауреаты этого же конкурса – Барбара Хессе-Буковска, Виктор Миржанов и Тадеуш Шмудзинский. Лауреаты пятого конкурса – Бернар Рингайзен, Фу Цонг, Лидия Грихталувна. Лауреат шестого конкурса – Эдвард Ауэр. Многие члены жюри – лауреаты предыдущих шопеновских конкурсов и концертирующие пианисты. Большинство из них посвящает значительную часть своей жизни педагогической деятельности. Говорит председатель жюри, профессор Ян Экер. Члены нашего жюри должны не только совершать трудный подчас выбор среди нашей многочисленной талантливой пианистической молодежи, но и одновременно выполнять свои функции на довольно широком пространстве творчества Шопена, обозначенного многими часто противоречивыми аспектами. Монографичность нашего конкурса сразу ставит перед нами вопрос, является ли он пианистическим конкурсом с обязательной программой произведения одного композитора, или это специфический шопеновский конкурс, который должен выявить исполнителей, лучше других понимающих язык этого мастера. Это не единственная внутренняя противоречивость, возникающая перед совестью члена жюри. Что мы должны выше ставить? Верность музыкального отображения Шопена или индивидуальность исполнителя? Наверное, важно и отражение индивидуальности стиля Шопена, но не менее важна и индивидуальность исполнителя, которую жюри 11-го международного шопеновского конкурса оценивало очень высоко. Thank you.
Интерес к шопеновскому конкурсу возрастал с каждым днем. Уже с утра перед филармонией выстраивались очереди за билетами и пропусками на право входа. Все те, кому не удалось купить билеты на конкурсное прослушивание, могли познакомиться с участниками конкурса на концертах в замке Острогских, резиденции общества имени Шопена. И в студенческом клубе «Ривьера», который пользовался особенной популярностью. Радиовещание общей продолжительности около 8 часов в день и ежедневные двухразовые телерепортажи также подробно освещали события конкурса. Одновременно вышли грампластинки с избранными произведениями, исполненными на этом конкурсе. Thank you.
14 октября были объявлены результаты первого международного конкурса на лучшую грамзапись произведения Шопена. Этот конкурс был организован Музыкальной академией и обществом имени Фредерика Шопена и проведен в июле этого года в Железово-Воле. Семнадцатого октября также в Железово-Воле состоялось торжественное подписание акта о создании Всемирной Федерации Шопеновских Обществ, председателем которой был избран член Интернационального Шопеновского Общества в Вене доктор Теодор Каницер. В Федерацию вошли более 30 организаций разных стран. Цель Всемирной Федерации – популяризация творчества Шопена, проведение научно-исследовательских работ, международной издательской деятельности, сбор документов, рукописей, связанных с именем Шопена. Начинание этому уже положено. Общество имени Фредерика Шопена подготовило специальную выставку на основе шопеновских коллекций, рассеянных во всем мире. На выставке представлено 167 экспонатов, в том числе портреты, автографы, первое издание произведений композитора, письма, записки, памятные предметы из собраний национальных библиотек и музеев, а также из частных коллекций, в том числе из коллекции Артура Рубинштейна, Игнация Потеревского, семьи композитора. Так сохраняют последующие поколения в разных странах память о великом композиторе. Однако традиции не только в этом. 17 октября исполнилось 136 лет со дня смерти Шопена. И этот день, после окончания третьего тура, свободен от конкурсных прослушиваний. В этот символический день все поклонники искусства Шопена встречаются в Краковском предместье, где покоится сердце великого композитора. Но вернемся в зал Национальной филармонии в Варшаве, на одно из прослушиваний третьего тура, и познакомимся с лауреатом второй премии Марком Лафоре. Thank you.
Марк Лафоре удостоен специального приза польского радио за лучшее исполнение мазурок. И вот конкурс завершен. После 20 дней трудной борьбы наконец были названы имена лауреатов. Лауреатом первой награды... Первая награда 11-го международного конкурса пианистов имени Фредерика Шопена и золотая медаль присуждается Станиславу Бунину, Советский Союз. Пользуясь представленным мне случаем, возможностью, хочу поблагодарить организаторов конкурса, членов жюри и всех присутствовавших на конкурсных прослушиваниях людей за оказанную мне честь и за ту награду, которую я удостоен. Мне особенно приятно получить эту награду здесь, на родине великого польского композитора. Я принял решение отдать денежную премию в Министерство культуры Польской Народной Республики на увековечивание, на сохранение наследия великого Шопена. Благодарю за внимание. Вторая награда 11-го международного конкурса пианистов имени Фредерика Шопена и серебряная медаль присуждается Марку Лафоре, Франция. Третья награда 11-го международного конкурса пианистов имени Фредерика Шопена и бронзовая медаль присуждаются Кшиштофу Яблоньскому, Польская Народная Республика. Четвертая награда 11-го международного конкурса пианистов имени Фредерика Шопена присуждается Миче Кояма, Япония.
Пятая награда 11-го международного конкурса пианистов имени Фредерика Шопена присуждается Жан-Марку Луиседа, Франция. Шестая награда 11-го международного конкурса пианистов имени Фредерика Шопена присуждается Татьяне Пикайзен, Советский Союз. Награда общества имени Фредерика Шопена за лучшее исполнение полонезе на 11-м международном конкурсе имени Фредерика Шопена присуждается Станиславу Бунину, Советский Союз. Награда Национальной филармонии за лучшее исполнение концерта на 11-м международном конкурсе пианистов имени Фредерика Шопена присуждается Станиславу Бунину, Советский Союз. Полный триумф, столь долгожданная победа советской пианистической школы, которая, несмотря на замечательное выступление советских пианистов на конкурсе, не удавалось завоевать в течение более 30 лет. Это вдвойне приятно, так как здесь же, в Варшаве, в 1927 году впервые участвуя в крупнейшем международном соревновании, советская пианистическая школа уверенно заявила о себе. Первая премия – Лев Оборин, четвертая премия – Григорий Гинзбург, дипломы – Юрий Брюшков и Дмитрий Шостакович. И сейчас на 11-м международном конкурсе снова 4 пианиста и опять 2 лауреата – Станислав Бунин и Татьяна Пикайзен, и 2 дипломанта – Александр Корсантия и Игорь Илья. «Трудно не восхищаться талантом пианиста, – пишет трибуна Люду, – игрой Станислава Бунина, который в таком молодом возрасте настолько овладел тайнами своего мастерства, что даже наиболее ответственное выступление, а именно к таким относится конкурс, было для него как бы радостью, и который вдобавок умеет играть необыкновенно динамично и эффектно». Thank you.
Мы прощаемся с 11-м международным конкурсом пианистов имени Фредерика Шопена и надеемся, что любовь к музыке польского гения будет еще многие столетия питать сердца молодых музыкантов и побуждать их на встрече с музыкальным наследием Шопена в музыкальных диалогах между композитором и исполнителем.